он раритет, когда заглянешь в московский дворик. И тут такой старинный москвич стоит. Вот такая вот кафешка интересная здесь. С клетками для птичек, с гераньками и с роялем. Та-да-дам-пам-пам, та-да-дам-пам-пам. Решили мы пойти дальше в парк Зарядье. Говорят, какой-то новый парк в Москве. Посмотрим, что там и как. Еще какой-то концертный зал от Грокли. Зал Зарядье называется. А вот мама свалилась с высоким давлением, приехав в Москву, прямо у Красной площади. Ну вот лежим, уже и я легла в парке Зарядье, отдыхаем. Зацените мою новую камеру. Купила ее для профессиональной съемки, больше для фото, чем для видео. Но в Москву взяла и видео поснимать, так как это репортажи сегодня в эту поездку не предполагается снимать, просто в медленном темпе можно и этой камерой, очень неплохо. Зум выезжает не при помощи кнопочки, как я обычно вот тут вот делаю с другой камеры. Кстати, может быть и при помощи кнопочки, надо попробовать. А вот так вот. Медленно надо крутить. Не очень удобно во время съемки, потому что фотоаппарат держишь все-таки двумя руками. Ну да ладно, пока отдыхаем. Thank you.
концертный зал, и тут есть амфитеатр, получается, такой открытая летняя площадка. А тут что? Бутылки лимонада, воды, даже маски, антисептики, санитайзеры есть. Все против ковида. Стоп ковид, говорят они. А мама ждет свой кофе. Нет. Или чай. Ну чай, что, есть нет. Тут чай? Нет, есть горячий шоколад. Кофе, ванильный капучино. Горячий шоколад, так говорила моя девочка из третьей семьи. Безопасный кофе, зарядье. Вот еще предлагают нам зарядиться мороженым. Ну что тут есть? Обычный стаканчик. 180 рублей. Обалдеть. Я не пишу 100 рублей. 150 рублей. Синий. Необычный стаканчик. Эскимо тоже 150. А московского нет. Ванильное я не люблю. Банановое, клубничное. Московское небо, смотри. Московское небо. Интересно. Уже автомат для мороженого сделан. И опять соки, воды, чипсы. Маски, санитайзеры. И вот они, российские березки, сквозь которые виден Кремль и собор. Это для моих английских друзей или русских друзей, проживающих в Англии или в Лондоне. Здесь какая-то ледовая пещера. Ну-ка посмотрим, что тут. А тут, наверное, вход платный. Ну, сейчас посмотрим, что там. Пошли. Ледяная пещера. Интересно. Робот там какой-то. Я это люблю. А, это, наверное, робот-кассир. Ну, что тут за пещера? Какой-то медведь стоит на входе. Не видно. И какое-то то ли шоу, то ли... В общем, программа какая-то будет. Потом сходим. Непонятно, что там. Надо почитать. А это что-то новенькое. Как бы роботы торгуют коктейлями, кофе. Производят и выдают тебе напиток, который ты закажешь как-то вот тут в меню. Еще медиа-центр. Вот там в этих автоматах покупаешь билетики и идешь. В медиа-центре, по-моему, есть какая-то обзорная площадка, то ли виртуальной реальности. В общем, можно посмотреть на Москву сверху.